Всем привет, дорогие друзья! И вот мы с Настей и с Анитой сейчас сидим, думаем, идею видео. И Настя пришла такая вот идея. Ну-ка, скажи. Люба, покажи, пожалуйста, нашим подписчикам, как вам, подарки, которые тебе подарили на день рождения в школе. Угу, хорошо, я им конфеты, а они мне. Ладно, сейчас покажу. Сумочка твоя, держи. Она, если что, оригинальная, вот просто от нее фигуринка отпала. Так она загрузится, что можно. Ладно. Вот такую вот линеечку пупырками. Если вы учитесь в школе номер 49, вы знаете. Или кто-то из моих друзей. Так, вот такой вот блокнотик. Мои утки в нем уже собрались что-то рисовать. Это они тут сами рисовали. Думать, дурка, дуля. Вон, фига. Ты не какую-то фигню нарисовали тут. А, Б. Плюсики, сердечки. Я говорила, сперва друзьям нашим эту покажем. Ладно, все. Это тоже. И вот такие вот цветные ручки. Вот так вот. Всем пока. А, вы думали, чё пока? Чё пока? Не пока. Учи, давайте вы приветики передадите. Люба, давай передадим приветики вот так вот, а коротко и ясно, всё. Ну, как это? Ребята, всем приветики передаём. Нам не важно, как вас зовут, хоть Ахмед, хоть Рамзан, хоть кто. Хоть дядя Витя с соседнего двора. Всем привет. Вообще-то видео уже к концу подходит. Какой всем привет? А, нет. Что, с ума сошли утки? Ладно. Всем пока, не всем привет.